Может туда пойти, а можно взять этот ножик. Нет, 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 это была приманка, это была приманка, быстрее! Всем хай, с вами Юджин, и у меня вопрос к вам, друзья. Вы боитесь замкнутых пространств? Если честно, я могу ответить так, что у меня есть некие такие приступы паники, когда я оказываюсь, ну, в очень тесном пространстве, или хотя бы когда о нем думаю. Это не касается лифта, это не касается туалета. Но стоит мне представить, что меня, допустим, завернули в ковер, или я ползу по какой-нибудь пещере, которая очень-очень тесная, у которой очень низкий потолок, и я прям вот так почти что впритык и еле проползаю. И, в общем, подобные сцены, ситуации, у меня внутри что-то назревает, что-то готовое вырваться в виде просто истошного вопля. Короче, эта игра сегодня должна пробудить у нас эти самые страхи замкнутого пространства. Those who crawl. Те, кто ползают. Гады ползучие. Это симулятор гада ползучего. Что рождено ползать, будет ползать в этой игре. Я стал грязен. Кусок гнилой плоти. Теперь я ползу как насекомое, опасаясь, что не смогу убежать от того, чем я был. Используйте мышь, чтобы ползти. Сначала нам нужно настроить ее. К сожалению, она слишком быстрая. А, ты все еще слишком быстрая. Итак, мы уже здесь, мы уже ползем. У нас есть фонарик. Это какая-то пещера. Я не понимаю, я что, диггер? Я тот, кто любит лазить в пещеры неизведанные. Смотрите, вот, мы ползем раз. Мы ползем два. Ага, мы даже видим свои руки. Я так понимаю, всю игру мы будем ползти куда-то. То ли мы просто ползем в ад сами такие. Я слишком плохой человек, но Господь этого не заметил. И решил отправить меня в рай. И я такой, нет, нет, совесть у меня заиграла. И я поползу сам, накажу себя сам. Хотя это, наверное, и делает меня, возможно, уже не с таким уж и безнадежным, раз у меня совесть заиграла в голове. Посмотрим, к чему у нас в итоге приползет наши руки. А нам нужно оглядываться назад? Я не знаю. О, неужели нам нужно будет нырнуть? Это как в фильме «Санктум». Господи, да, вот еще один фильм, который неприятное у меня ощущение вызывал. А что, я не умираю под водой? Я могу дышать под ней? Или я вообще... Насколько я дышащий под водой человек? Настолько, что могу не захлебнуться в ней, даже если останусь навсегда? Держите две руки, чтобы смотреть... обе мыши, чтобы смотреть... Чтобы подтянуть вверх и вниз. Смотрите, вот если я так делаю, а вот обе руки, то я сильнее подтягиваюсь, видимо. Что это? Что это за звук? Тут есть кто-то? Я не один в этой клоаке. Я должен быть здесь один. Я же первооткрыватель. Я исследую эту пещеру, составлю карту и прославлюсь. Обо мне напишут в журналах каких-нибудь. Сейчас кто-нибудь читает журналы, кстати говоря? Я не знаю. Блин, если обо мне напишут в журналах, никто не прочитает. Какого фига? Зачем я вообще это делаю? Надо домой ползти. А может, я уже домой ползу? Может, я уже разочаровался? Понял, что ни хрена здесь нет интересного? Никакого клада я не нашел? И все. Стоп, подтягиваюсь. Тихо. Мы падаем еще и назад. Интересно, насколько длинная у нас туша? Пока непонятно. Цепляйся. Отлично. Сорвался, все ободрал. Свои дорогие штаны протер на коленях. Да елки зеленые. Соскользнул обратно. Нет, мне не нравится это. Что за фигня? Давай, хватайся и ползи нормально. Даже не нужно использовать две руки сразу. Надо поочередно их использовать. Вот. Вот, игра только путает нас. Все, схватились? Мы на... Тихо. Тихо. Подтянись. Господи, какой я жирный. Мне надо худеть. Благо я не вижу свой... Благо я не вижу... Перестань. Все, хватит. Все. Завалило. Нам только вперед. Только вперед и больше никуда. Благо я не вижу свое тело. Возможно, это моя психологическая защита такая, что... Я настолько мерзкий, ожиревший слюнтяй, что даже не вижу этого. Я предпочитаю не видеть своих проблем. И я даже не вижу, что я сейчас нахожусь в страшной пещере, которая мега узкая.
мега отвратительно и неприятно. Я сот. Типа, я должен сказать thought. Все, о чем я думал, это прощение. Но он написал сот. Может быть, он щепелявит? Я сипелявю. All I thought was forgiveness. А может быть, сот что-то другое значит. Сот. Искал. Нет, есть такое слово. Извиняюсь. Опа! Становится все красным. Я порезал себя и нашел ничего, кроме грязи. То есть я вскрыл себя? Я вскрыл себя и увидел, какой я грязный внутри человек. Серьезно, у меня совесть заиграла, да? Видимо, я понял, что я не заслуживаю прощения. Я плохой человек. Я сам ползу в этот ад, в это чистилище. Но сейчас, на самом деле, по цвету судить, это напоминает чей-то кишечный тракт. Возможно, я просто играю в симулятор какашки, который пытается выползти из жопы гиганта. Или не гиганта, не знаю, может быть, это маленький-маленький хомячок, а я просто еще меньше. Все относительно. Для меня хомячок огромен. Просто гигантский. Если бы я был действительно в заднице гиганта, это был бы огромный, не знаю, туннель метрополитена для меня. Я так понимаю, мы не выберемся на поверхность в этой игре. Возможно, эта пещера будет только сужаться. Как сужается сейчас мое отчетчика, потому что мне немножко некомфортно. Подтянись. Не могу подтянуться. Давай. Вот, зацепился. Длинные руки, однако, у меня. Вот сюда давайте. Во. Надо грамотно распределять нагрузку и искать нужные выступы, которые позволят мне подтянуться повыше. Вот так. Благо, нету никого здесь. Так, давай, цепляйся. Цепляйся. Все, молодец. Что это? Осыпается почва под ногами. Я так понимаю, сейчас здесь тоже будет обвал. Да? Все? Ты не пустишь меня назад? Как будто я захочу вернуться назад. Там и так уже все обвалилось. Нет других путей, есть только вперед. Ой, блин, эти звуки. Иногда как будто бы где-то кто-то ползает или кидает камешек. Но на самом деле это что-то типа как в лесу. В лесу ты всегда слышишь какие-то звуки. Веточки хрустят, листики падают. И кажется, что кто-то за тобой следит, кто-то ходит в кустах. Но это ты сидишь в кустах, а ты грешишь на каких-то хищников. Нет никого, это просто звуки леса. Нажмите space, чтобы взаимодействовать. Я вытащил нечто, какой-то штык. Держите space или другую кнопку, чтобы пырнуть. Смотрите, вот я charge. Что-то я не понял. А, стоп, вот. Вот, я пырнул. Это еще и позволяет мне хорошенько подтянуться. Вот, хорошо, смотрите. Оп! А это что? Вытащил еще один кол. То есть, короче, с колом мы можем ползти более уверенно, что ли, типа, или как? Да, видите? Ать! Я пырну тебя, монстр, который ползает здесь. А, вот сюда нельзя воткнуть. Только в красную мягкую почву. Я, кстати, сломал, походу, его. Я его сломал свой кол. Нет. Надо было экономнее с ним обходиться. Я уже не понимаю, кстати, я ползу вверх или вниз? Нет, я ползу вперед. К сожалению, у меня нет кола, чтобы проползти здесь. А нужно ли здесь ползти? Или нужно сюда? Или сюда. Держите, чтобы использовать нож. У меня нет ножа. Дайте нож кто-нибудь. Извините, короче, ножа нету. Смотрите, удерживайте пробел. Я удерживаю. Вы видите, что-нибудь изменилось? Какая-то жопа настала. Я не знаю, где взять нож. У меня нет ножа. Может, я где пропустил ножа? Ножа, я тебя пропустил. Я уже не вернусь назад, потому что все. Тут стена появилась. Кто-то закопал меня. За мои долги, наверное, закопали меня. Но ничего, я как в фильме «Заживо погребенный» выберусь весь в грязи и сделаю дома лабиринт. И ты будешь бегать по лабиринту и ссать. Что происходит? Так, смотрите, я вот зацепился. Ну все! Все, хана, игра закончилась. Нажмите пробел, чтобы взаимодействовать вот с этой штукой. Это дверца. Вот оно что. Итак, окей, мы взяли два ножа. Застрял здесь, нифига себе. Ну, сложно понять, сложно было сразу понять. Надо было, конечно, подойти и исследовать. Я думал, что я могу только разломать эту дверцу. А оказывается, надо было просто подползти к ней. Итак, удерживаем теперь все. Конечно же, я понял. Вот.
Ага. Мы продвигаемся дальше. Сатана, я иду к тебе. Я сам приползу, раз ты не хочешь меня брать к себе. Я сам к тебе в объятия приду. О, нет, объятия нет. Давай не без объятий. Это будет слишком тесными объятиями, наверное. А я не люблю замкнутые пространства. Совсем не люблю. У меня клаустрофобия, если ты не знал. Дьявол должен все обо мне знать, по идее. Он же следит за мной. Хрен он с два, он следит за мной. Иначе бы он сам бы меня сюда призвал бы. Просто телепортировал бы сразу. О, боже мой. Разветвление. Ой. Ой. Фу. Фу, вязко. Что это? Что это? Не знаю. Куда мне? Боже мой. Каким нужно быть смелым человеком, чтобы лазить в таких пещерах? Такие же реально узкие пещерки существуют, и люди лазят в них. Я восхищаюсь на самом деле. Но я бы никогда не полез, мне кажется. А может быть и полез, кто его знает. Так, давай, пора выползать. О! Фу! Эй! Пора выползать! Да ползишь ты! Уродство! Полное! Сколько мне осталось жить? Я все-таки не дышащий под водой. Давай, выныривай! Блин, я же был прям близко! Че, с самого начала? Нет, не с самого начала. Боже мой! Я был прям вот возле выныривания. В этот раз все получится. Все, мы задерживаем дыхание. Я теперь понял это. Я усвоил. Смотри, не хочет меня подтягивать к себя игра. Подтягивай! Боже ж мой, какая сложная механика здесь. Я, ну, все, я вынырнул. Фух. А, могу вздохнуть этим свежим воздухом. А, запах сырости. Гнили. Крови. Вряд ли это просто глина красная. Скорее всего, это кровь. Кровавая масса, по которой я ползу. О нет, снова нырять, снова нырять. Ладно, ныряем, давай. Плюх. Уф. Можно использовать воду, чтобы избегать врагов. Какой-то ребристый жук. Давайте вынырнем. Вернули обратно. Ну его нахрен, жуки здесь. Жуки здесь. А мы будем от кого-нибудь убегать? Наверняка получается, мы будем от кого-то убегать в срочном порядке. Я даже не знаю, готов ли я к этому. Как вы себя чувствуете в данный момент, друзья? Приступы уже есть? У меня нет, на самом деле. Я думал, что мне будет страшнее. В плане именно, когда я буду думать о том, что здесь очень тесно. Но я больше, знаете, заинтригован. Куда же мы все-таки приползем? А, тихо. Окей. Окей, подтягиваемся. Ай, хорошо. Давай еще. Вот это я загребущий человек. Посмотрите, как длинные руки вытягиваются. А, почему у меня руки синие? Что я сам весь синий. Я вообще не знаю. Я бухал на вокзале, а потом оказался здесь. Не понимаю, что происходит. Где это я? Уп. Так, нужно подтянуться. Стой, нет, нет. Не в ту сторону. Вот так, так, так. Ну? Блин, соскальзываю. Пузиком соскальзываю. Есть. Фух. Ладно. Продолжаем. Хотел сказать восхождение, но... Нет. Это громко сказано. Нам хотя бы вылезть на поверхность. Итак, утилизируйте двери, чтобы прятаться или убежать. Какие двери? А. Используйте ножи, когда сомневаетесь. Ага. А я сомневаюсь сейчас? Не сказал бы, что я прям сомневаюсь. Кто-то ползает. Ну, я все еще не сомневаюсь. То есть мне пока не нужно использовать нож. Оно дышит. Попробуем выползти. Ладно, теперь я сомневаюсь. Немножечко. Об этом где-то есть еще одна дверь. Вы никогда не в безопасности по-настоящему. Ой, это плохо. И теперь я очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Закрой дверь. Опа, обходной путь.
А как понять истинное направление? Мне бы компас хотя бы какой-нибудь. Компас, блин. Что мне даст понимание, где север, где юг? Типа, о, обычно выход из пещеры всегда на северо-западе. А жуки обитают только на юге. Значит, мне на северо-запад. О, ноу, подтянись. Используй нож, когда сомневаешься. Сомнений отставить. А, ладно, все, я побежал вниз. В дырку. Нож не помог. Скорее, открывай. Ползи! Никаких сомнений! О, ноу! Что ты? Я думал, он преследует меня. Ладно, в другую сторону. Я не могу ползти! Хорошо, спасибо, жучок подтолкнул меня. Вы никогда не в безопасности по-настоящему. Неужели? Особенно сейчас. Да елки зеленые! Ножом пырни! Ага, все. Все, пырнул, наконец-таки. Давайте, теперь он сомневается. Получил? Проклятый жук. Давай! Почему? Почему не было ножа в этот раз? Я сломал их, что ли? Господи. Все мои ножи исчезли, прикиньте. Они просто отняли у меня ножи. Даже не знаю, как нам теперь быть. Нам нужно приманить его сюда. Блин, без ножей очень трудно. Вот у меня сомнения как раз таки из-за того, что ножей нету. Скорей. Все. Мы разминулись сейчас с ним. И теперь можем проползти дальше. Скорее. Ползи. Сволочь. Какой же он шустрый. Ты что ж ты так медленно ползешь? Давай. Есть. Окей. Все. Теперь в эту сторону поползет. Ну какого фига? Мистер Жук. Блин, как неприятно двигается. Погодите, уползай. Ползай, это еще и стелс игра, друзья. Есть. Шикарно, уползли. Все, ползем. Водичка. Опа, ножик. Прекрасно. А еще ножик дадите? У меня всего один. Я не понял, в какую руку его взял. Тихо, вода. Я под водой. Скорее. Не ползи в эту сторону. Не ползи в эту сторону. Кто ж тебя... О, смотрите, отлично. О, это кровь. Я в крови! Это лужи крови. Оп! Все, хорошо занырнул. Кажется, в безопасности. Никого нет. Нет жучар поганых. Это единственные враги, интересно, в этой игре? Или кто-то еще будет? Дверь! Отлично, чекпоинт, значит, наверное. Я не знаю, как здесь чекпоинты отображаются. Хорошо, зашитые двери требуют ножа. И нож есть, я добыл, вот и открыл дверь, поэтому. Надо посмотреть налево или направо. Может быть, тут где-то будет нож. Кто его знает. Или пойдемте просто прямо. Че, не могу ползти? Че, ползти не могу? Эй, ползи, гад. Ты ж гад ползучий. А, ну вот мы пришли сюда. Стоп! Лучше проверять. Авось ножик будет. Это просто, чтобы прятаться. Окей, значит, сейчас будет кто-то, от кого нужно будет прятаться. Еще какой-нибудь навозный жук. Смотрите, наверх. Наверх. Вот куда ползти нужно. Только наверх. Есть. Дверь со швами. У меня нет ножа. У меня, блин, нет ножа. И куда ж ты хочешь, игра, чтобы я полз? У меня нет сенсора на ножи. Как я их должен найти? Ой, блин, я вот пришел, получается, откуда пришел. Есть! Прекрасно! Нет! Оно ползет! Скорей! Открывай! Подтягивайся!
Блин, гнетущая атмосфера здесь такая. Еще эта тишина и просто эти звуки лапок. Отвратительно. Ножик. Есть. Это даже... О, это даже не нож, друзья, это чья-то кость. Это ребро этого жука. Точно. Надо избегать, надо избегать. Давай, в воду. Оп. Аккуратно. Чё так не глубоко здесь? Вот. О, блин, вот это страшно. Вот туда страшно ползти. Там прям по-настоящему. О! Go! Ладно, посмотрим, что там. А, очень тесно. А, другой бассейн, с другой стороны. Все, хорошо. Окей, живы? Пока нету его. Выползаем. Ножик еще один. Теперь мне их целая куча. Срочно валим. Есть. Вспомнил, как управлять. Есть. Открывай дверь, бич. Все хорошо. О, ладно, мы продолжаем наше путешествие. Не знаю, сколько еще этого мы вынесем, этого ужаса. И сколько мы уже ползаем здесь. Есть! Сразу ножиком наградили. А нам, тем временем, нужно ползти наверх. Тихо! Почему не ползу? Давайте подтянемся. Вот. Нет. Вот. Возьми, взять. Отлично. О! Чуть не сорвался. Да елки зеленые. Есть. Фу. Отлично, сразу запасли нас еще большим количеством ножей. Так, значит, мы в данный момент у ядра земли. У ядра земли, видимо, были. И просто добровольно взял и упал туда зачем-то. Итак, сейчас очень важно здесь не делать поспешных движений. Нам нужно по потолку, видимо, продвигаться. Вы что, издеваетесь? Ладно. О, я ничего не вижу за ножом. О, есть. А! Ох. Ух, ползем. Итак, мы почти что достигли центра Земли, а значит, мы найдем этот новый затерянный мир, удивительный. Ну, если он затерянный, он не новый, он старый уже получается. Он был давно, был под коркой земли. Что это? Я думал, какой-то артефакт летающий. Нет. Я уже готов к центру земли, к этим открытиям волшебным, но нет. А, тихо. Что там? Лава поднимается! Воу! Так, нож! Втыкай! Классно воткнул. Лучше не придумаешь. Так втыкают профессионалы. Учитесь. Да... Что ты скребешь пузиком? Быстрее, я сейчас захлебнусь. Давай. Потолок воткни, подтяни меня. Фух, мы выжили. О, боже мой. Ох, выжил, хорошо. Молодец. Нужны ножи. Дайте больше ножей. Ножей больше. И сейчас как в матрице. За мной целая куча всяких ножей, а еще лучше оружие. Пулеметы, огнеметы, все что угодно. Лишь бы стреляло. И отстреливало жучиные лапки. Опа, мы здесь. Стоп, а здесь что? Дверь открывается, а там... А там мы просто в обход двери идем, получается. Слышу.
слышу. Черт! Как внезапно! Ползи, ползи, друг! Ползи, друг! Ползи, друг! Давай! Дверь скоро! Дверь впереди! Спасет тебя! Есть! Надеюсь, она за мной не ползет? Музыка такая, словно ползет. Как же это было неожиданно. Так, мы просто оползли, получается, эту дверь. Опа! Раскрыли. А зачем раскрыли? Чтобы потратить, блин, нож, кажется. И потратить время зря. В какую сторону нам ползти? Не знаю. Сюда, резче. Резче. Резче, давай. Блин, я уже и забыл, что я Евгений, играющий просто в игру. Я уже чувак, ползающий в этой пещере дурацкой. Кстати, давно не менялся антураж, да? Я думаю, будет еще кровавее становиться потом, попозже, но не. Пока еще все стабильно. Стабильность — это хорошо. Задерживаем дыхание. Оу, а нам не светит здесь пройти, у нас нет ножей. Может быть, я сейчас найду парочку? Хрена бы лысого. Нам нужно вздохнуть немножечко. Давайте. О, фух. А теперь обратно. Пойдем направо сейчас. Там, где про... Вот, да, я же говорил. Открывай дверь. Все, прекрасно. Еще один нож. Все рассчитано в этой игре. Оп, подтянулись. Вдохнули. Плюх, обратно. Я заблудился, друзья. Все, я не понимаю, куда... Нож. Опа, стоп. Это нож. А где вдохнуть? О, нет. Есть! Стоп! Держим! Давай! Нос вытащить! Все, вытащил. Не хватило силы в руках, чтобы потянуть себя повыше. Ну ладно. Главное, что мы обзавелись еще одним дополнительным ножом. И, в принципе, мы знаем, куда идти. На! Разорвал тебя. Не знаю, что ты такое, кто тебя свил, эту штуку, вот эту вот, эту вот сеть. Почему я не могу подтянуться? Подтянись, давай! Есть! О. На! Пырнул. 28 ножевых. Я действовал наверняка. Что теперь, куда теперь? Сюда, только вперед. Слышу! Ползает! Ползает оно! Давайте аккуратненько спустимся. Здесь нет никого. Оно явно справа, поэтому пока туда не поползем. Мы можем сюда поползти. У меня нет ножа. Ой, надо много ножей здесь, кажется. Черт, черт. Черт, закрывай дверь! Дверь закрыть! Ух! Тогда в эту сторону. Скорее, ныряй! Да ныряй! Ныряй! Спасибо. О. Че, как? Нож вижу! Вон. Черт! Ноу! Все, прощай. Есть! Немножко я не понял, куда я ползу. Ладно. Подтянемся? Нет, я не могу подтянуться. Я очень не хотел возвращаться к этой твари. Вон он. Так, смотрите, он встал. И получается, он сейчас будет туда-сюда патрулировать или как? Давайте аккуратненько. Аккуратненько так. Подгребем к нему. Еще ножом его. Ладно, не будем тратить нож на этого гада. Давай, спускайся вниз, спускайся. Пойдем лучше вот сюда. Блин, господи, как вас здесь много. Точно, я могу же разломать. И еще один. Есть. Все, осталось последнее. Я надеюсь, что я правильно ползу. Я надеюсь, оно того стоило. Я надеюсь, я не потратил на ножи просто так. Куда ни... Да! Есть!
Все, продвигаемся дальше. А теперь мы окажемся... Где мы? Туда нам не надо? Нам только сюда, вниз. Ладно. Оп! Упали. Может туда пойти, а можно взять этот ножик. Нет, 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 это была приманка, это была приманка, быстрее! Нет! И не оглядывайся, просто ползи, давай! Ты не зря тренировал руки все это время! Не спрашивайте, как я их тренировал! Главное, что они накачанные, мощные! Быстрее, не дали нож взять, прикиньте, специально заманили. Вот это замануха была! Я повелся! Кто же знал? Он, если плывет за мной, сейчас плавучие монстры. Они сказали, что вы никогда по-настоящему не в безопасности. Три ножа. А значит, еще и плавучий монстр появится однажды. Так. Здесь надо быть осторожным. О! О! Да блин, да даже не успел! Я даже не успел заценить! Как будто какие-то сверхчеловеческие силы меня тянули туда, вниз, а я не хотел. Я всего этого не хотел ни в коем случае. Ладно. Ножом воткнули. Воткнули. Ой! Что за говно? Что за говно? Я отпустил пробел. Нет, я не отпустил пробел, я отпустил руку одну. А надо не отпускать, я понял. Окей, давайте еще раз попробуем. В этот раз, пожалуйста, без сюрпризов и без глупостей. Смотрите, не втыкается. Вот. Давай, я не буду с тобой церемониться, игра. Тащи меня наверх. Используй ножи. Все. Ползи, ползи, ползи. Куда ты закрыл меня? Куда ты закрыл? Ух ты, блин, урод. Закрой, закрой. Что, что, закрой. Что? Само ушло. Да блин, что ж там опять? Опять засыпало. У меня уже руки посинели. Возможно, тут холодно просто-напросто. И никак не могу согреться. Даже несмотря на то, что я упражнения вот эти делал максимально. Нет ответа. А, не было ответа никакого. Какой ты можешь ответ найти, ползая в этих пещерах? Что? Поэтому я отрезал ту самую часть, которая просилась? Begged. Напрашивалась? Какая часть? Какую часть я себе отрезал? Нет. Надеюсь, не ту самую часть, на которой я тренировал свои руки. Только не это. Я имею в виду пятки, конечно же. Я чесал их постоянно. Поэтому они такие цепкие, сильные, когтистые. Напоминает зал босс-файта, если честно. Это босс-файт? Слушайте, что за место? О, неужели ты хочешь, чтобы я туда пополз? По вот этим выстрелам... Это рука! I silenced that which loves. Я заставил молчать то, что отвращение вызывает. Я не знаю, я не совсем понимаю, когда вот так вот пишут. Не настолько я хорошо знаю, видимо, английский. Я разочаровал вас, друзья. Поэтому я должен проползти через эту грязную яму, чтобы как-то искупить свою вину перед вами. Это глаз, он смотрит на меня. Все, я ткнул в него. Теперь мне остается только одно. Тем, что делает меня таким, какой я есть. Единственная отвратительная форма. Слушайте, эти игры прекрасны. Они настолько самобытны... О, боже мой. Еще не напугали в конце. Они настолько самобытны, нестандартны и создают собственный стиль геймплея, повествования. Я хочу таких игр больше. Пишите мне их в комментариях, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось это путешествие. И да, месяц хорроров продолжается. Он просто бесконечный месяц. С вами был Юджин и всем пока!